Гипно, привет. Добро пожаловать на сеанс гипноза, где ты сможешь испытать настоящий осознанный сон, ощутить свое астральное тело и получить новый, необычный для себя опыт. Ну а для того, чтобы сеанс оказал максимальное воздействие, поставь лайк видео, подпишись на канал и обязательно нажми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментарий приветствуется. И помни, все, что будет с тобой происходить, это всего лишь плод твоего воображения и симуляция твоего мозга. Ну а если вы готовы, займите максимально удобное положение лежа, чтобы вам было максимально удобно, тепло, комфортно. Вы расслабляетесь, понимаете и осознаете, что любой гипноз – это в первую очередь самогипноз. Следуйте за своими ощущениями, следуйте за моим голосом, и вы получите необычный для себя опыт. А пока просто позвольте своему телу полностью расслабиться. Приподнимите свою правую руку. Ощутите, насколько она тяжелая. Возможно, вы ощущаете покалывание своей правой руки. Это абсолютно нормально. Приложите ладонь своей правой руки к своему лбу. Почувствуйте это мягкое давление от вашей руки к вашему лбу. Просто ощутите это приятное тепло, которое переходит от вашего лба к вашей руке и от руки к вашему лбу. Приоткройте слегка глаза и посмотрите на свою ладонь. Позвольте своим глазам расслабиться. Глаза расфокусированы. Вы смотрите на свою ладонь и просто медленно расслабляетесь. Расслабляетесь с каждым вдохом и с каждым выдохом. Сделайте медленный глубокий вдох и на выдохе закройте свои глаза. Расслабьтесь. Пусть ваша рука упадет. Упадет рядом с вами. Возможно, она вернется обратно на свое место вдоль вашего туловища или продолжит лежать на вашем теле. Вы дышите медленно, глубоко, спокойно. Очень хорошо. Просто ощущайте приятное, умиротворенное расслабление, которое окутывает все ваше тело. Ощутите свое бессознательное расслабление.
Теперь просто сосредоточьтесь на звуке моего голоса. Неважно от того, что я говорю, как я говорю. Просто концентрируйте внимание на моем голосе. Слушайте его и замечайте, что вы начинаете ощущать. Просто представьте, что ваше тело расслабляется, и словно ваше физическое тело, ваше физическое «я» начинает опускаться вниз. Все глубже, глубже и глубже. Вы ощущаете приятное расслабление. Ваше тело физическое словно медленно опускается вниз. Хорошо. Просто продолжай расслабляться, словно твое тело медленно движется вниз. Приятное ощущение пробегает по всему вашему телу. Расслабляющие вибрации. Тепло. Приятное покалывание, которое приносит вам комфорт и чувство абсолютного покоя. Просто ощущайте, как постепенно начинают расслабляться мышцы вашего лица. Расслабляются мышцы лба. Напряжение уходит. Расслабляются мышцы шеи. По позвоночнику расслабление опускается вниз. Вы расслабляетесь. Ощущайте приятный покой. Возможно, легкое давление в районе ваших плеч. Приятное покалывание, тепло движется по вашему телу вниз, по животу, по спине, словно вибрация проходит по вашему телу. Очень хорошо. Приятная энергия, вибрации. И несмотря на то, что ваши глаза закрыты, вам может показаться, что словно спираль начинает кружиться перед вашими закрытыми глазами. Приятный, успокаивающий спиральный узор. За ним словно возникает белый туман. Вы ощущаете полное физическое расслабление. Словно белый туман окутывает все ваше тело. Этот белый туман за вашими глазами, в нем находится спираль, которая закручивается и несет вас за собой. Эта спираль закручивает вас и уносит все глубже, глубже и глубже в состояние гипноза. Это приятное состояние расслабления проходит по вашим бедрам,
Ощутите, словно белый туман стекает по вашим бедрам в колени, расслабляя каждое сухожилие, расслабляя икроножные мышцы. Просто пропусти это расслабление сквозь все тело. Вы можете ощущать, что мышцы словно удлиняются, как ваше физическое тело расслабляется. Вам становится все комфортнее. Очень хорошо. Ощущаете, что вокруг вас этот туман. Словно вы и есть этот туман. Очень хорошо, просто следуйте за этим туманом. Вы ощущаете себя действительно в моменте здесь и сейчас. Здесь хорошо, спокойно. Тело словно опустилась вниз, а ваше нефизическое тело здесь сейчас, в этом тумане. Очень хорошо. Просто расслабляйтесь, дрейфуйте по потоку расслабления, и вы все больше и больше начинаете ощущать свое астральное тело. Представьте, что вы дрейфуете вниз, словно движетесь по астральному коридору времени и самого пространства, погружаясь все глубже, глубже и глубже. Время начинает поглощать пространство. Движетесь вниз по этому спиральному узору. Вы ощущаете себя все лучше, лучше и лучше. Здесь, сейчас, в этом самом месте, где бы вы ни находились, вы действительно ощущаете себя очень хорошо, спокойно, умиротворенно. Дрейфуйте вниз, сквозь пространство и время, словно вы падаете вниз в невесомости. Если возникают какие-то посторонние мысли, они проносятся мимо сознанием и бессознанием, то уже здесь и сейчас. Представляешь, что движешься вниз все быстрее, быстрее и быстрее. Ощущай приятную вибрацию, приятное покалывание во всем вашем теле. Очень хорошо. Двигаясь вниз, вы очень скоро окажетесь там, где вы хотите оказаться. Ваше подсознание нарисует то, что вам надо. Вниз.
Три, два, один, ноль. Ощутите, где вы оказались. Осмотритесь по сторонам. Что вы видите? Что чувствуете? Как вы себя там ощущаете? Угу. Очень хорошо. Ощущаете тепло, приятный трепет от того, где вы находитесь. Здесь вы можете делать все, что угодно. Ведь прямо сейчас вы находитесь наедине с самим собой. Очень хорошо. А теперь из этого момента вас словно начинает затягивать в приятные, радостные воспоминания вашего прошлого. Когда я скажу ноль, это приятное, радостное воспоминание прошлого всплывет в вашей памяти. Вы окажетесь там и тогда. Три, два, один, ноль. Осмотритесь, сколько вам лет. Где вы находитесь? Какие люди вас окружают? Побудьте там и тогда. Пообщайтесь с теми людьми, которые вас окружают. Очень хорошо. А теперь вас снова словно закручивает водоворот. Этот водоворот тянет вверх. Вас словно отрывает от земли. И некая воронка засасывает вас вверх. Вы начинаете ускоренно. Вы начинаете очень быстро взлетать вверх. Все выше, выше и выше. Ощущаете свой полет. То, как вы летите, скорость все быстрее, быстрее и быстрее. Словно оказываетесь в космосе, в невесомости. Ощутите эту невесомость. Тем не менее, скорость очень большая. Мимо вас проносятся звезды, планеты, а вы летите там и тогда, сквозь время и пространство. Нет ни времени, ни пространства, только вы, ваше воображение. Летите туда, куда вы хотите. Делайте то, что вы хотите. Вы можете вращаться, летать, делать любые фигуры во время полета. Ощущайте это приятное,
Незабываемое чувство. И уже через несколько мгновений вы поймете, что летите туда, где хорошо и комфортно. Это момент здесь, сейчас. Когда я скажу ноль, вы вновь вернете свою комнату, вернете туда, где начали свое путешествие. Уже с новым, приятным, положительным для себя опытом. Но если вам надо уснуть, вы уснете. По счету 0, 3, 2, 1, 0. Если вы открыли свои глаза, ощутите, насколько приятно, комфортно вы себя ощущаете. Возможно, вы нырнули в глубокий сон. Спокойной ночи. Хороших снов.